Итак, первый вариант развития бойцовского IQ – это умение комбинировать удары. То есть различные удары, делать один удар основным и под него подстраивать разные удары. То есть сейчас какая работа у нас будет? Я покажу, как это можно делать на примере 3 раундов. Ты работаешь 3 раунда. Каждый раунд разбиваем на 3 отрезка по 1 минуте. То есть есть раунд, да, в 3 минуты, мы его разбиваем на 3 отрезка по 1 минуте. И каждую минуту будем работать разный вариант. То есть первый раунд у нас 3 минуты, мы его разбили на 3 отрезка по 1. Мы делаем основной удар, это левый прямой. Первую минуту под него мы добавляем фронт-кик. Вторую минуту под него мы добавляем круговые удары ногами, slow kick, middle kick, high kick. И третью минуту колени. Вот такая работа. То есть имитация постоянно бросать левый прямой, это основной удар, и добавлять фронт-кики. Первую минуту, вторую минуту круговые удары ногами и третью минуту колени. То есть как это будет у тебя происходить? Все, пошел гонг, да, пошла работа. Произвольно левой рукой работаю, добавляю фронт-кики. Левый прямой, да, вот левая рука, у нас не только прямые и боковые. И в таком режиме ты работаешь. Левая рука работает постоянно. Пошел сигнал. Вторая минута. Добавляем. Продолжаем работать левой рукой произвольно. Добавляем круговые удары ногами. Такая работа, и пошел опять сигнал, да? Последняя минута первого раунда, добавляем колени. И вот так ты работаешь, то есть первый раунд мы отработали в таком режиме. Второй раунд мы также разбиваем на 3 отрезка по 1 минуте, но основной делаем правую руку. Первая минута также фронт-кики, вторая минута круговые удары, третья минута колени. Все в таком же режиме, как я и показал на левую руку. Тоже правой рукой произвольно работаем, добавляем фронт-кик первую минуту. Пошел сигнал, вторая минута, правая рука, круговые удары, лоу-кики, хай-кики, мидл-кик, и правая рука все время работает. И третья минута второго раунда, у нас колени пошли. И в таком режиме. И последний, третий раунд. Две руки произвольно, первую минуту с фронт-киками, вторую минуту с круговыми и третью с коленями. Только работаем теперь уже 2 руками. То есть произвольно 2 руки и добавили фронт. Фронт, 2 руки. Вторая минута пошла. Круговые удары. И третья минута. Колени пошли. И вот таких у тебя будет 3 раунда. Чем это хорошо? Это отлично подходит для... То есть ты, да, нету такой команды работать все произвольно. И ты думаешь, что же его сейчас ударить. Ты, например, себе взял цель, да, то есть только добавлять какой-то удар под руки, да. Это отлично тоже нарабатывать. Например, вот я работаю произвольно руками, там, или 1, или 2,
Вот я знаю, что там, я после двух прямых лоу-кик все время бросаю. Два прямых, лоу-кик. Если я бью прямой боковой, мидл-кик. Все. И ты уже как бы нарабатываешь такие мини-произвольные комбинации, которые ты потом будешь применять в бою уже на автомате. А вот возможность работы произвольно левой рукой, да, она именно там или правой, или двумя, она тебя не привязывает к какой-то конкретной комбинации. То есть ты более раскрепощенный, ты бросаешь удары, какие хочешь, а вот нога уже пошла, какая тебе надо. В таком же режиме можно работать любое сочетание. То есть, например, произвольно я работаю левой ногой и добавляю там первую минуту прямой, вторую минуту боковые, третью минуту там апперкоты. И все, и в таком же режиме я тоже работаю. Там левая нога пошла, я ее бросаю, бросаю, хоп, и прямой достал сразу. Опять бросаю, middle kick, ну, прямой. То есть и в таком же режиме, как у нас была основная рука, в таком же режиме может быть основная любая нога. Все это так само, все хорошо сочетается и развивает то, что тебе надо. То есть в конце сейчас будет, да, заставочка, в которой будет расписано еще раз, как мы работаем первый раунд, как второй и как третий. То есть ты это все можешь себе записать, пометить. Вот такая вот наработочка классная.